Жизнь ваша бесконечно длинный год, и с нею в своем родном сражении, такова была недавно и нездорова.
Король, он опять здесь. И взгляд его кричит: ты так прекрасна, Маританна. Сеньор, но неужели у вас нет даже мелкой монетки, чтобы заплатить за песню Маританна? Благодарю вас, сеньор! Король влюблен в цыганку Маританну. Вечерним. Все ушли молиться. Все, кроме меня. Ведь я еще не расплатился с тобой. Золотая? Еще одна. Уж не мой ли подарок тебя печалит? Два золотых почти в одно мгновение. Это слишком много или слишком мало? Просто тебя посетила удача, и ты испугалась. Золото кружит мне голову, лишает покоя. Кстати, ветер пересчитывает свои несколько золотых и плачу прям взглядом. Но сколько же их надо бы еще, чтобы иметь как знатные дамы богатые наряды? О чем я мечтаю? И чего так завидую? Ты чистолюбивая. Это хорошо. Вы смеетесь над моим безумством? Ну что ты, моя красавица? Я даже уверен, что твои мечты скоро сбудутся. А у меня давно такое предчувствие, что судьба моя переменится. Знаете, одна очень высокая особа интересуется мной. И кто же это? Королева! Она несколько раз останавливала свою карету, улыбаясь, слушала мои песни. Не один раз подавала мне свою руку. А однажды сказала, чтобы я всегда смело к ней приходила, если мне будет нужна ее помощь. Здравствуй, королева! Она возвращается с прогулки. Побегу, может, удастся еще раз поцеловать ее руку. Прощайся, сеньор! Это мечтающая цыганка приобрела в 1000 раз больше, чем все наши знатные дамы, которым она так завидует. Она зажгла ледяное сердце короля. Он влюблен! И если вам удастся сблизить его с Маританной, тогда вам нетрудно будет властвовать им через нее. Потому что она мне будет обязана. Да. И, наконец, королева, да. Оскорбленная неверностью мужа. Быть может, в ее сердце воскресится столько ревности, сколько в моем теперь любви к ней. Да, но как достигнуть этой цели? Маританна все время должна быть при дворе, беспрестанно на его глазах. Для этого ей нужно имя, знатность и богатство, что добывается блестящим замужеством. Да, но кто согласится? Ступай, и вот об этом хорошенько подумай. Мошенники! Мерзавцы! Передергивают карты, что хоть в пору нашим графам и маркизу. Обчистили, обокрали! Мы все равны за карточным столом. Мы все равны, когда вина из фляга. Когда-нибудь я и ты, и ты помрем. Я знаю, граф, а ты простой бродяга. Мы все равны, когда живот пустой. Мы все равны с красавицей по стене, с простой крестьянкой или с нашей госпожой. Мы вместе райских яблочек поели. В Испании я дрался, во Франции играл, в Германии учил, а деньги получал. Везде, везде и всюду, чему все побежат. Пока живем я буду, то буду занимать. Да, в жизни все прекрасно, мне удовольствие тьма. И главное наслаждение
портит этот праздник подлый вор. Ну портит этот праздник подлый вор. Живущий на концерте, как паук, противный нахальный кредитор. Мы все равны, когда мы честь спасаем. Когда надежды нет, но только лишь мечта, желания свои осуществляем. Мы все равны и в горе, и в беде. Мы все равны, деляги и трудяги. Мы все равны, и это знак всегда везде. Ведь столбы мы в обществе протяги. В Испании это дрался, во Франции играл, в Германии учил, а деньги получал. Везде и всюду, чему все помешать, когда живым я роду, то буду занимать. Но в жизни все прекрасно, мне удовольствия не было. И главное наслаждение мне стала жизнь сама. Но портит этот праздник подлый вор. Но портит этот праздник подлый вор. Сыпал золото направо-налево, хотел, играл. Но в одно прекрасное утро я понял, что у меня ничего не осталось. Неприятное положение. Вру! Что? У меня остались долги. Все друзья бросили меня. Все, кроме моих кредиторов. Их становилось все больше и больше. Я даже купил 2-3 на дуэли, но они были дворяне. Увы, должник умирает, а кредитор никогда. И из-за этого вы уехали из Мадрида. Мне все это чертовски наскучило. Меня ведь даже хотели арестовать. Что вы говорите? Да, за графа Дулеваса, которого я кольнул за черноглазую пахиту. И тут я вспомнил, что никогда не видел Везувия. И вот вы в солнечном Неаполе. Да, где пьют и дерутся. Дерутся редко. Против дуэли издан указ. Смертная казнь. Смертная казнь? За дуэль? Да. Дуэлянтов расстреливают.
И это имеет силу во все продолжение года, кроме поста. А во время поста? Вешает. Позволь, но ведь пост сегодня начинается. Именно. Как хорошо, что вы меня предупредили. Я вовсе не хочу быть повешенным. Пустите меня, я сказал, пустите! Что? Я хочу умереть! Кто это там еще хочет умереть? Они не дали мне утопиться! В воде? А в чем же? В вине. Это намного приятнее. Ну, все зависит, конечно, от вкуса. Да. Так ты хочешь умереть? Да! Неужели у тебя уже есть свои кредиторы? Я подмастерье оружейника. Мне поручено смотреть за гвардейскими мушкетами. И ты хочешь умереть, имея под рукой такое прекрасное оружие? Наш капитан решил, что мушкеты плохо начищены. И приказал дать мне 50 палочных ударов. 50? Это много. Меня пугает не боль, а срам. У мальчика есть характер. Надо за него попросить. Капитан не простит. Он уже отказал поручику, который за меня заступился. Не переживай, он не откажет двум благородным кавалерам. Извините, извините, но у меня есть причины не вмешиваться. Капитан! Встань за мной! Всем солдат, я пропал! И знай, что тебя защищает Дон Цезар де Бассан и его шпага! Кстати, где она? Маркиз. Да. Одолжите мне свою шпагу. Мочу? Вашу. Да пожалуйста. Только не забывайте закона о дуэли. Ну, конечно, конечно. Благодарю вас. Вот он, взять его! Капитан, капитан, позвольте сказать мне несколько слов в защиту виновного. Ну что, стали, разве не слышали? Капитан, помилуйте! Капитан, мальчик проплачет и просит вас о помиловании. И я вас прошу. Избавьте меня от глупых просьб. Что? Ох, если бы не пост. Капитан, если это все вам так наскучило, вы можете решить дело одним словом. Прощай. Простите. Прочь, бродяга. Что? Ох, если бы не пост. Капитан, я обязался честным словом и спросить прощения этому мальчику. Я вас прошу, очень прошу. Убирайся, бродяга. Капитан! Я вас убью. Что? Я сделаю вам честь проколоть, прострелить вас насквозь, потому что я Дон Цезар де Бассан, граф Гарофа, грант первого класса. Я могу не снимать свои шляпы перед королем испанским. Спасибо, малыш. А с вами я говорю без шляпы. Я вас просил, капитан. Очень просил, очень. Вы, капитан, учтивы. И я вас убью. Дуэль! Если, конечно, вы не трус. Прощай, малыш. Ты говорил, что бедный поручик попросил за тебя. Ну что ж, через 10 минут я произведу его в капитаны! Ну что, встали? За мной! На! Дон Цезар отлично дерется. Может быть, в эту минуту он невольно помогает вам, вашей затее. Мне бы, а нам не в розу водить.
считает, что рукой он отмечен на грешной земле. Один у нас судья на гроб королевский, пусть будет он вечен. Каждому хочется немного тепла, каждому хочется с барского стола. Кровь надежды ждает любовь, девку течет, как упает жена. Каждому хочется немного тепла, каждому хочется с барского стола. Кровь надежды, что дарит любовь, девку течет, голубая лишь кровь. Девку течет, голубая лишь кровь. Я ждал тебя. Зачем? Я знаю, что ты парением руки предсказываешь судьбу. Хотите, чтобы я вам погадала? Нет. Давай поменяемся ролями. И я погадаю тебе. Мои предсказания вернее твои. А вы? Я. Маркиз де Сантанаре. Ну, боже, первый министр! Если ты будешь следовать моим советам, то скоро станешь знатнее и богаче всех этих графинь, которым советуешь. Ну, что же мне надо делать? Молчать! И повиноваться. Однако мне лучше отсюда убраться. Пойду смотреть визуи. Солдаты! Солдаты! Опять одна и та же песня. Именем короля и закона вы арестованы. Да. Вашу шпагу. Да. Повинуюсь. И все это сбудется? Непременно. И даже завтра. Завтра я буду графиней. Завтра я буду повешен.
продолжим в петле. Четыре часа арестован, осужден, приговорен к смертной казни. Нет, ему жить осталось два часа, он спит. Дон Цезар! Дон Цезар, вставайте! Дон Цезар! Зачем ты меня разбудил? Мне снилось, как вешают моих кредиторов. Это было прелестно. А который сейчас час? Осталось два часа. Что бы ты сделал, если бы тебе оставалось жить два часа? Стал бы припоминать свои грехи и раскаиваться. И тебе было бы достаточно на это двух часов? Мне бы на это всей жизни не хватило. Да славно я пожил, кутил, играл, был богат. Любил первых мадридских красавиц. Потом был беден и мечтал о каком-нибудь куске баранины и о толстушке из деревни. Славно я пожил! А теперь вы умираете из-за меня. Ах, перестань. Сегодня ни один знакомый, ни один родственник не бросится на колени перед королем, чтобы просить за вас. Ложь! Один благородный старец, в то время как король проезжал по Толецкой улице, бросился на колени, слезы градом текли из его глаз. Он воскликнул: «Ваше Величество, простите Дон Сезара!» Это был ваш отец. Это был мой кредитор! Дон Цезар, я всегда был вашим другом и остаюсь им до конца. Вашу руку. Пожалуйста. Черт возьми, я предупреждал вас об указе, а теперь у вас осталось жить всего лишь два часа. Час и три четверти. Поговорим. И как можно дольше. В ожидании смерти мне до смерти скучно. Прошу вас. Это я вас прошу, ведь вы у меня в гостях. Хорошо, хорошо. Клянусь честью, если вы согласитесь на мое предложение, я сделаю для вас все.
Все, что вы пожелаете. Все, что я пожелаю. Все. Все, что я пожелаю. Все, кроме отмены вашей казни. Ну, не буду же я беспокоить вас о такой безделице. Ну, говорите, говорите смело. Чего вы хотите? Ничего. Как? Хотя, вы не видели здесь мальчика Лазаринина? Ах, из-за которого вас осудили на смерть. Именно. Сделайте для него что-нибудь. Для него? Да. Хорошо, я возьму его к себе на службу. Больше вы ничего не хотите. Ничего. Хотя... Что? Меня, последнего из графов де Горлёфа, дона Сесера де Базана, приговорили к виселице! Для сиятельных фазанов, когда последнего из рода де Базанов, последнего из графа де Горлёфа, ждет впереди несчастная голова. Что в жизни дворянина есть, всего лишь пага ум и честь. Когда же честь тут защищает, тот честь его другим мешает. Мечтают превратить нас все в скотину, сиятельные наши господа. Приговорили к виселице, да, такая смерть позор для дворянина. В могилах вместе с братом и кровь и честь дворян, ее покрыл забвением давно людской бурьян. Так пусть же флот гвардейцев целится в меня, и дюжина свинцовых мой грудь и череп кровяля. Я обниму солдат пред смертью не меня, за то, что к братцам они меня с достоинством достоят. Вот он! Дуэль, вот гибель подлецов, их мерзких дел и лживых слов. Дуэль, не льется чья-то кровь, как плата за разбитую любовь. Как плата за веселье мудреца, как обретение своего лица. Теперь я ожил. 12 храбрых гвардейцев пошлют мне свинцовый ветер, и я встречу его весело. Маркиз, да. Дайте мне обнять их, выпить с ними. Маркиз, одолжите мне денег. Да вы что? Ну, после там сочтемся. Будь по-вашему. Я прикажу приготовить разгушный ужин. Больше вы ничего не хотите? Ничего. Хочу только узнать, чего хотите от меня вы. Я? Да. Прошу. Безделицы. Безделицы. Вам нужно будет только жениться. Что? Да-да. Жениться. А разните. Не могу, это тайна. Позвольте. Не наследство же они моего ищут. У меня, кроме долгов, до моего имени... Видно, какой-то мещанке хочется попасть в графини. Может быть. Ах, я согласен. Да, согласен. Да. Это же отличный повод убить время, пока меня самого не убили. Женюсь на полтора часа. А, кстати, как зовут мою будущую жену? Не знаю. Ну, по крайней мере, она молода, хорошо. Не знаю. Головой ручаюсь. Нет, моя уже не моя.
вашей головой, что она старуха. А если бы и так? Так. Меня расстреляют в 7 часов вечера. До брачной ночи еще далеко. Опасности нет. Решено! Женюсь на старухе, зажмуривши глаза! А вы без того ее не увидите. Графиня будет скрывать густое покрывало. А сейчас пройдите в ту комнату и переоденьтесь для вашей встречи с будущей невестой. Последний мой день чертовски разнообразен. По рукам, маркиз. И не забудьте про уши. Хорошо. Вина побольше. Хорошо. Матеры и постарше. Конечно. Она может быть даже ровесницей невесты. Пеппо! 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 Мои предсказания Маритане начинают сбываться. Между ней и королем почти уже нет преград. Это упрямая Маритана? Требует объяснений. Зачем эта тайна, тюрьма, муж, который должен на время исчезнуть? И только имя королевы убедило ее. Ступай. Прикажи приготовить роскошный ужин. Да, слушай. А если король рано или поздно догадается? Сначала его благородное сердце возмутится, но любовь скоро заглушит голос совести. Стопа! И пришли сюда этого мальчишку, как его, Лазари ее. Сеньор, вы изволили звать меня? Да. Есть у тебя какая-нибудь родня, покровители? У меня был только один покровитель, Дон Цезар. Он тебя любит. И по его просьбе с этой минуты ты служишь у меня. Сеньор, Дон Цезар через час должен умереть. И я сам бы хотел закрыть ему глаза и помолиться. Прошу вас. У тебя доброе сердце. Ты служишь у меня с завтрашнего дня. Благодарю. Я вижу, что ты человек, на которого я смогу положиться. Ступай. Да, посади сюда солдат из караула. Слушаюсь. Пеппо! Перо, бумагу, чернила! Пиши. Да. Мы, король и прочее, даруем полное прощение Дон Цезару де Базанграфу де Гароффа и избавляем его от всякой казни. Ага. Так, ну что ж, думаю, не удастся убить короля, и он подпишет прошение. Но, к сожалению, оно опоздает всего лишь на час. Казнь свершится в 7 часов, а прощение придет в 8. Как вы меня находите? О, вы великолепны. Благодарю вас. А вот и ваши гости. В моем воображении они выглядели посимпатичнее. Именем короля объявляется Дон Цезар де Базан графа де Гароффа, что он избавляется от виселицы. 12 мушкетов будут заряжены до исполнения приговора, отданы под присмотр крепостного оружейника. 7 часов. Приговор над Дон Цезаром свершится. Благодарю вас, маркиз. А где же моя невеста? Я иду за ней. Быстрее. Да-да. Поторопитесь. Да. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, друзья, за стол!
Некогда мешкать! Мадера, давненько я тебя не видел! Здоровье, графини де Бассан! Много в жизни красоток я знал, и за них пил бутыль не одну. И последний в свой жизни бокал за свою поднимаю жену. Мне поверьте, чтоб жен обожать, чтоб они не наскучили вам, лучше их никогда не видать, нежным их не внимать голоса. Здоровье графини де Бассан, лучше из всех прекрасных жен. Здоровье графини де Бассан, которую безумно я влюблю. Здоровье графини де Бассан, она мечта, фантазия моя. Здоровье графини де Бассан, я до смерти поверь, люблю тебя! Здоровье графини де Бассан, я знал, он меня там ее любя. Здоровье графини де Бассан, он до смерти поверь, влюблен в тебя. Не упрется за то, что купил, и за то, что красавец ласкал. Ни одну я с женой не сравнил, хоть поверьте, что долго искал. Если б жизнь коротка не была, я бы поиск продолжил опять, чтобы вновь ты в груди дожила, чтобы имя приду повторять. На долгой графине де Бассан назвал он имя нам ее любя. Если он прав, что может быть лучше, нам в жизни шальной любиться, конечно, законной женой. Я перед смертью хочу все познать, семейного счастья на час испытать. Находится где-то на небе тот свет. По мне же так лучше, так пусть его нет. Сеньора, я ваш на всю жизнь. Бывает любовь, назревает годами, бывает и с первого взгляда. У вас мало времени, знаете сами, нам первого взгляда не надо. А то здесь, пожалуй, не встретишь, в ответ не слышишь ни слова. И прелести женские
встретить небесных преградом готова. Бывает любовь, вытревает годами, бывает и с первого взгляда. Ваша краса сердца покоряла мужчинам былые годы, и поэтов она вдохновляла, возможно, но где и когда. От их восхищений все, что осталось, мне как судьбу, конечно, достать. Очарование любви, пожатие ее руки, очарование любви. Хоть мы меняли ими очарование любви, прелести навеш, очарование любви, радости навеш, очарование любви. Что ваш на всю жизнь, о моя дорогая, клянусь до последнего вздоха. Я браки вкушу, скоро примеры стирая, там будет, наверное, неплохо. Ведь нашу любовь небеса освещают, и нет от нее мне спасенья. Вот ангелы чувствую, как начинают обряд моего вознесения. Бывает любовь, развивает годами, бывает и с первого взгляда. Ваша краса сердца покоряла мужчинам былые годы, и поэтому она вдохновляла, возможно, но где и когда. От их восхищений все, что осталось, мне как супругу, конечно, достать. Очарование любви, пожатие руки, очарование любви. Хоть мы теряли ими очарование любви, радости на меж, очарование любви, челюсти одеж, очарование Сан-Тандарем, и мы должны слепо повиноваться, не стараясь ничего понимать. Это мое правило. Вы сделались марионеткой маркиза. Я всем ему обязан. По его милости я стал маркизом де Монтефиори и директором королевского лавочника. Понимаете ли вы, какая это важная наследственная должность? Мой дорогой, и вы поклялись тех пор, вечно преданным дону Антонио, даже не пытаясь понять своего приказания. Это мое постоянное правило. А если бы дело шло о вашей чести, тогда моей... Черт побери, ну это же другое дело. Ой, какой страшный маркиз. Гризел, откройся! Верно, какой-нибудь вертопрах осмелился распевать серенады под твоим окном? Ой, и как вы ревнивы! И вы ревнуете меня даже к своим друзьям, которых сами же приглашаете в гости! Да, я буду ревновать тебя всегда. А для меня ты вечно молода, несмотря на свои годы. Я твоих друзей, правых и друзей, наших новых.
часто принимаю. И, господа, за тебя всегда первый тост, конечно, поднимаю. Как ты молода, что твои года, ну ничего тебя не изменили. Красавица жена, частицы чертовщины. Красавица жена, мое ты наказание. Красавица жена, мне все враги мужчины. Как ты прекрасна, не часто говоря, как ты опасна, твердит твой дивный взгляд. Вы сами же хотите, чтоб восхищались мной. Надеюсь, что мужчины рискуют головой. Как только я узнаю, что кто-нибудь держу на честь твою, хоть в мыслях бесчестно посягну. Соперника за другу я тут же вму. И прав, будь это сам маркиз, миллионы верно прав. Все 12? Да, вот поэтому я вам и сказал. Упадите и не шевелитесь. Ох, не все. Гораздо лучше иметь их в кармане, чем в груди. Сюда идут. Вам нужно бежать из города. Стойте! Вот ключи от городских ворот. Быстрее. Подожди. Ведь меня же расстреляли. А значит, у меня нет больше кредиторов! Но ведь я женат. Да еще и на старухе поливай! Господи! Прими раба Божьего дона Сезара! Да, он ушел из жизни как настоящий солдат! Он был настоящий весельчак и жизнелюб! Что это за жизнь? Когда приходится стрелять в настоящих мужчин. Помянем раба Божьего, дона Сезара. Простите меня, друзья, но я не мог в него стрелять. И целил выше головы. И я. Черт возьми, так выходит, что мы все? Ну а чего же он тогда упал?
Очевидно, сердце не выдержало тяжести брачных уз. Что может быть лучше, нам в жизни шальной? Любиться, конечно, законной женой. И он перед смертью хотел все познать. Семейного счастья на час ему пытать. Находится где-то на небе тот свет. Она просто лучше, чем этот принят. И мы верим, что жен обожают, чтоб они не наслушали вам. Лучше их никогда не видать, нежным их не внимать голосом. Здоровье графини де Базан, лучше из всех прекрасных дом. Здоровье графини де Базан, который жизнь отдать он был готов. Здоровье графини де Базан, назвал он имя нам ее любя. Здоровье графини де Базан, он до смерти болеет, любил тебя. Прежде должны получить. У нас есть соперник. Кто? Витя.
всего нам солнце не создание. Только не щитный кристалл, сильный король. Цыганки. Она превратилась в прекрасную, благородную даму. Точно весь век жила в высшем свете. Да, я тоже думаю. Все, что вы изволите думать. Да-да-да. Как ваши бабочки? Прекрасно. Вы знаете, разрешите, они все время... Что? Женится! Да, женится и множится! Женится и множится! Кстати, директор комнатных собак королевских заметно стареет. Я думаю, что вы сможете его заменить. Какая честь! Вы будто созданы для такого высокого назначения. Мы благодарим вас, дорогой! И бабочки, и собачки короля под моим началом. И все это благодаря тебе, моя дорогая! Дорогой! Шикарь, смотри, за
снятся, а праздник великолепный. В нем участвует весь свет королевского двора. Здесь можете встретить даже всех грандов Испании. Не всех. Не достают одного из них. Все готово. Хорошо. Тот один, о котором вы говорите, скоро увидится с вами. Когда? Сегодня. Сегодня? Говорите, ради бога, мой муж... Вернулся в Неаполь, вы его скоро увидите. Здесь? Что вы здесь его могут узнать? Через полчаса доложу, что ваша карета готова. Садитесь в нее, и вас доставят прямо к вашему супругу. А сейчас пойдите и проститесь с маркизом. Я его увижу. Какое счастье! Дон Цезарь, это Базан? Вы что, жили? А вы здоровы? Я, слава богу! Я же сам видел, как вас расстреливали! Расстреляли, а через 2 часа после смерти я шмулся в квартиру у старого Джузеппе. Чудеса! Чудеса, да? Меня приехали. И кто же это? Кто? Дон Цезарь. Дон Цезарь, послушайте. Нет, это вы меня послушайте. Чудеса еще не кончились. Сегодня вечером у городских ворот проезжала карета. И в ней две дамы. Одна красавица, другая, да ну не к черту. А она... Thank you.
Где же моя жена? Говорите быстрее! А то меня здесь второй раз хватит и расстрелят! О, он не знает, что помилован! Дон Цезар, а что вы собираетесь делать? Смешной вопрос! Я женат, жена моя красавица, я в ней влюблен, я заберу ее себе. Господа, господа, не уходили в залу, гости пьют за здоровье графини де Базан. Графини де Базан? Разве он не умер? Не молчите, молчите, не удивляйтесь ничего, что вы здесь не видели, не услышали. Пехо! Танцай, ваши права священны, да? Супруга ваша. Графиня де Базан сейчас придет сюда. Я приведу ее. Да у меня голова кругом от радости. Сердце вырывается из груди. Понимаете ли вы это? Я уж вообще ничего не понимаю. Дон Сезар! Вот графиня де Базан. Это так, другая! Что? Старуха! Он отдает ему мою жену! Я не позволю, не потерплю! Безумец! Видите, коллеги, у женщины даже не так сужено спросить, которая из них графиня де Базан. Как бы мне отсюда поскорее смыться? Ваша супруга готова выполнить все свои супружеские обязанности. Стойте, стойте! Ни о каких обязанностях я не говорю! И с вами из гвардейцев! Может быть, мне опять расстрелять? Может, вы какая хороша! Что ты можешь говорить, черт? Побери! Это же чудовище, а не женщина! Деньги, бумагочка, милая! Дон Цезар, успокойтесь! Прошитесь! Нам нужно было ваш титул. Ваша супруга очень богата. А у вас нет ничего, кроме долгов. Вот, возьмите 6000 пиастров в год. И прожигайте их везде, везде, где хотите, кроме Неаполя. А за это поклянитесь, что навсегда откажетесь от ваших прав на графиню. О, клянусь всем чем угодно. Так пишите то, что я продиктую. Диктуйте. Я Дон Цезар де Базан, граф Багарова, обязуюсь словом и честью оставить Неаполь навсегда. Отмени, пожалуйста. Неаполь навсегда. Навсегда. И никогда не видеться с женой моей, успеваете? Успеваю. Графиней де Базан. И никогда еще раз. Он дает мне 6000 пиастров! Да я бы сам дал ему 10, если бы они у меня были! И никогда еще раз не предъявлять своих прав на нее. О, никогда! Во веки веков! Подпишите. Подписываю. Дон Цезар де... Карета графиня де Базан! Господи! Ради Бога! Родни своей жены священно ревную,
Смотрите, разорвал я бумажный капкан. Нет, постойте! Уж вы отойдите, и я спешу за графиней базар. Я красотой ее как домом поражу. Поверьте мне, я этой сказкой очарован. Никогда еще я в жизни не был влечен. И не простись теперь, я просто околдован. А ну не с места! Ты преступник, могу сейчас убить. И голову тогда сложить придется вам, мой милый умник. Открыли вы свое лицо и сбросили свою личину. Подни круха окно гнильцо, противно видеть мертвечину. Противно видеть мертвечину! Помню вас свою, за женщиной вы этой ни шагу, и любю! С дороги брат, сиятельный пацан, пока тебя еще прошу, зовет меня графиня де Базан, и я к жене своей спешу. Приехала только какая-то дама и закрылась вот в той комнате. Ты был со мной вчера во дворце? Был. В темной зале ко мне подошел мужчина. В черном. Бледный. Да еще бы не узнать. Это был король. Тихо. Тихо. Помни лицо. Забудь меня. Понял. Он сейчас должен прийти сюда. Никого, кроме него, не впускать. А если кто-нибудь захочет войти силой, у тебя есть пистоль. Ступай, ступай, ступай. Понимаю. Охота удается. Король отстанет от свиты и скоро будет здесь. Что это за звуки, маркиз? Маритан, все, что я вам обещал, исполнилось. Будете ли вы помнить, Маритан, как я верю своим обещаниям? Никогда не забуду. Благодарю вас. Приехал! Вот. Вот ваш супруг, граф Дон Сезар де Базан. Графиня с нетерпением ждала вас. Что это значит, маркиз? Я вынужден был солгать. Это было единственное средство. Вы могли подумать, что я соглашусь? Согласитесь. Иначе она потеряна для вас навсегда. Я оставляю вас. Мне
очень стыдно. Но разве только любовь моя? Ваша рука холодна, как лед. Граф! Вы дрожите! Простите меня, но я боюсь вас! Вы отвечаете страхом на любовь мою, но если я верю... Прошу. Но если я прошу вас, Маритана, ответить мне, почему вы меня боитесь? Ваш холодный, строгий взгляд! Я едва смею на вас взглянуть! Дон Антонио говорил, что вы ожидали меня с нетерпением. Разве меня обманули? Нет, граф, я вам скажу все. Мне хотелось узнать хоть что-нибудь о моем муже. И я расспрашивала у всех, и даже у слуг. И что же вам сказали? Что он с ними покинет? Скитается как нищий, но остался горд и благороден. Он искал дуэли, но чаще их причиной была защита слабого. Смесь благородства и нищеты очаровала меня. Я сама была бедна и одинока. И вот я вижу вас, граф. Я не узнала в вас того, кого заочно полюбила. И теперь я вас боюсь. Маритан, мой муж и жена, оставьте вашу молодость. Женщин равных жене не встречал верьте даже в Париже. Подойдите ко мне, сядьте рядом вот так вот поближе. Дайте руку. О, нет! Очень странный ответ, ведь недавно вы с мужем расстались. Что за шея? Глаза. В них застыла слеза. Не меня ли вы так испугались? Что мне власть над людьми? Что мне титул и звание? И все это возьми за то лишь вокзалье. Моих нет уж больше страдал, я готов за любовь все отдать, что могло им тобой обладать, и жена мне теперь Маритана. Я цыганка простая, уже граф от рождения. Вот причина пустая. Твоего отчуждения, а я прав, но и вы ведь графиня. А в будущем, может быть, герцогиня. Совсем не такой, каким вас представляла, вы близко, но чужой, вас я бояться стала. Так пусть любовь моя нас лучше уравняет, а робость лишь твоя меня воспламеняет. Что мне власть над людьми, что мне титул и звание, и все это возьми за одно лишь лапсанье. Сил моих нет уж больше страдать, я готов за любовь мира край. Достигли своей цели и теперь отталкиваете того, кому всем обязаны. Вы правы, граф. Я должна вам повиноваться. Я буду. Но теперь позвольте мне. Она будет моей. Любовь или страх заставят ее быть моей. Чуть не попали. Прошу прощения, я вас не заметил. Кто вы?
И зачем влезли в окно? Так двери были заперты. Я не шучу. Что вам нужно? Я увидел в этом окне женщину. Но по какому праву вы вошли сюда? Я хочу видеть ее и все. А я этого не хочу. А кто вы? Я хозяин этой виллы. В которой живет графиня де Базан? Вы ее знаете? Очень мало. Но если вы хозяин этой виллы, а она живет здесь, то кто же вы? Я Дон Сезар де Базан. Интересно. Одного расстреляли, а двое ожили. Теперь ваша очередь. Говорите, кто вы? Сезар, я чуть вас не попал. Ерунда. Скажи мне лучше, кто этот человек? Король. Король в эту пору ночью? И моя жена? Понимаю. Скажете ли вы, наконец, кто вы? Ну, если вы Дон Сезар де Базан, то я король. Понимаю, вы удивлены, что в эту ночь я у чужой жены. Это так, шалости, позволительные мне после государственных трудов. Позвольте, я вспомнил, вас, Дон Сезар, осудили и расстреляли. Как же вы еще смели в живых остаться? Знаете ли, что будет, если я позову сюда своих гвардейцев? О, не переживайте, я их не позову. Ваше Величество, изволили забыть, что Дон Сезар был помилован в день казни в 8 часов вечера. Да, ровно через час после того, как вас расстреляли. Теперь вы видите, что звать гвардейцев было бы напрасно. Как и носить чужое имя. Так вы сознаетесь, наконец, что вы не король. Да я человек, которому больше нечего терять. Я король! Курьер к вашему величеству. Смотри за этим человеком и узнай его имя. Слушаюсь. Дон Сезар, я вас сразу не узнал. Ерунда. Скажи мне лучше, здесь есть женщина? Есть. Я хочу ее видеть. Передай ей, что ее ожидают. Слушаюсь. Кто вы? Наконец-то мы с вами встретились. Я вас совсем не знаю. Ошибаетесь. Мы с вами хорошо друг друга знаем. Я даже могу сказать, кто вы и что. Сеньор! Отвечайте, что вы сделали с моим именем и честью. О какой чести вы говорите? И кто вы, наконец? Я ваш муж, Дон Сезар де Базан. Вы? Вам нужно было мое имя, чтобы обрести высший свет. Ради бога, скажите, кто вы? Я уже вам сказал, ваш муж Дон Сезар де Базан. Но я же сегодня видела Дон Сезара. Он был здесь, сейчас. Это был ваш любовник, король. Король? О, вы это все сами прекрасно знаете. В таком случае, если вы граф де Базан, то должны помнить ваши единственные слова, которые сказали мне тогда перед венчанием. Я хорошо помню их. Мы выходили из темницы. Я смеялся над смертью. Вы протянули мне руку. Я сказал вам. Сеньор, я ваш. На всю жизнь. Ведь наша любовь небеса освещает, и нет от нее мне спасения. Вот чувствую, ангелы,
Я ожил не кстати. Ох, не оскорбляйте. А защитите меня. Вас? Клянусь вам. Я ничего не знала. Этого человека я видела здесь, сейчас. Только одну минуту. И я ему сказала, что боюсь его. Вы мой муж. И вы сами можете судить меня. И если я не сдержала своих клятв, прогоните. Если я вас бесчестила, убейте. Но только не покидайте меня. Вы тогда станете фавориткой короля, когда Дон Сезаро де Базана не будет живых. Нет, бегите, они убьют вас. Бежать в одну дверь, когда он войдет в другую, никогда. Кроме небесной защиты, у меня есть еще одна. Королева меня знает. Спешите к ней. Назовите мое имя. Скажите, что мне теперь угрожает. Thank you.
Приехал! Дон Цезар! Король! Силы небесные, дай мне свой кинжал! Вы хотите убить его? Уйди! Где? Где тот человек, который был здесь? Уехал тотчас после вас. Кто он и зачем сюда приходил? Не знаю. Хорошо, оставь нас. Повинуйся, его величество. Что? Вы меня знаете? Кто посмел изменить мне? Тот, кто внушил вам хитрость и обман, недостойный вашего положения. Кто посмеялся над священными узами брака. Графиня! Тот, кто сказал мне, указав на вас, Моригана, вот твой супруг, граф де Базан. Этот обман оскорбляет меня и заставляет краснеть. Да, я король. Все здесь должно покоряться моей воле. И никто не вырвет тебя из моих объятий. Боже! Моритана! Оставьте меня! Умоляю вас! Все равно ты будешь умолять! Нет! Мир вправе творить, но страсти короля ради женщины смотри, и к безумным страстям волю ног твоих король, о вновь и королевство, только ты ему изволь, подарить на миг блаженство, у цыганки гадать больше я уж не стану. Суждено народу не любить Моритану, Моритану желать и страдать, Моритана родной обладать. Много соблазнов есть в мире людей, не дерутся, а просто убивают. Что?
Но вы мой повелитель, и чувство щели должно умолкнуть. Вы понимаете, с кем вы говорите? Понимаю. И поэтому отдаю вам свою шпагу. Находясь на краю двери, я искал защиту у той, чье имя произносится с любовью и почтением. Ваши супруги. Королева? Да. Я отправился за ней. И вы осмелились? Осмелился. Потому что я не видел другого выхода, как спасти свою честь. Я перемахнул через стены дворцового парка и стал невольным свидетелем сцены, где некий мужчина говорит своей спутнице: «Сеньора, в эту ночь ваш муж изменяет вам с недостойной вам соперницей, в то время как моя любовь к вам безгранична». Женщина была расстроена, подавлена и оскорблена. Это была королева. Королева? Что? Моя жена дерзкая клевета! Защищайтесь! Я не разбью вас! Я с удовольствием! Но позвольте, я закончу. Неужели вы думаете, что я не наказал человека, который в вашем поверье видел средства достижения своей власти? Вот она цепь, которую вы возложили на грудь маркиза де Санта-Арема. Теперь сердце у этой груди больше не место. Ваше светлость! Ваше светлость! Слава Богу! Нас прислала королева. Она хочет убедиться, что вы в безопасности. Успокойтесь, господа. Мы у графа де Базан. Самого верного моего придворного. Отныне Дон Сезар. Вы мой друг и советник. Мы будем с вами неразлучны. А я бы хотел должность где-нибудь подальше. Скажем, в Испании. Ну хорошо. Я буду просить его величества короля Испании, Дон Сезар, назначить вас губернатором. На Гренады! Ну почему Гренаду? Гренада будет подальше от Неаполя. Ну что ж. Господа, поздравляю!